пытаемся, чтобы они росли у нас правильно, что ли, к жизни были приспособлены, трудились около нас. Знаете, пусть лучше торгует, чем дурака валяет. Да. А хотят-то они все жить как надо. А как, я вам еще образом? Раз повторю, хорошо? Валерий Константинович, я хочу книжечки приобрести. Валера, ручка тут есть или мы забрали? Объясни человеку, зачем ручка? Ручка нужна для подписи. Сейчас да, я обязательно. Я даже ручку? Хотела принести с машины ручку, так. Чтобы вы подписали. Я сейчас возьму, вы а пока вот подождите, тут... Валера вам цену расскажет. Ой, какая молодец. Меня заклевали. Ну вот мы, видишь, так ехали. Тогда я не доехала 10 лет назад. Нет, меньше 10. 10 я уже узнала о вас. Никак, вот не складывается все. Вот сама на такой работе. Он тоже в это такое объект. Да, деньги мы... ей дадите эти. Это я найдешь. Это ты уже положила? А, понятно. Ей. А я ей отдала. А она уже сама положила? Она сюда положила, да. А, это ее? Ну, она, да, ее ей, она мне уже дала книжечку. Да. Ладно, как сейчас. Как ваше здоровье, Валерий Константинович? Ну, для моего возраста нормально. Я еще не зря же это вздыхаю. Чтобы был бы моложе, я бы все у вас автограф бы, спасибо, то есть в виде телефона бы. Валерий Константинович, я почему хочу, вот, чтобы как можно дольше вы нам дали вот примером вот этим вот. Ваших знаний, вот именно приобретенных на практике, вот в чем вопрос. Вы видите, вот как оно растет, что ему надо. Вот эти горочки, я бы вообще никогда, я стала на горочки садить розы, наоборот, у меня прекрасно, у меня гиуйо и массак француженки растут прекрасно. Хотя в средней полосе они вымерзают, представляете? Японочки посадила, перезимовали отлично, вот на следующую так, зиму посмотрим. Это тоже... уже не может быть. Не укрывали? Укрытие. Укрытие с розы, 1000 микрон, у них как одеяло даже называются, держит мороз 40. Так. Поэтому осенью, может быть, даже мы на следующую осень приобретем персик. Сейчас нам бы вот это все сохранить, ну, правильно все сделать, объем есть объем. Его тоже так. Надо... Лера, отдавай автограф, ага, подноси сюда. Так, купили пока одной. Вот ты взяла свою книжечку? У нас... Валерий Константинович, наверное, вот этот сад я тоже... Можно я возьму? Она одна тут? Да, можно. Вот, спрашивайте у ребенка. Я еще под рукой вижу. Валерия, как ты думаешь, вот это достойная книжка ученика? Конечно. Я научусь? Они все очень хорошие. Я понимаю, но для понятия это доступно? Да, это когда они уже, которые начинают садить... Они всегда, им надо такого, потом вы должны будете чередовать книжки, чтобы больше понимать. Так, то есть эти знания надо приумножать, да? Конечно, там да. Все. И читать ее каждый то есть раз она до необходима, конца. Да? Необходима. Все. Спасибо тебе. Автограф дедушке, пожалуйста, дай книжечку. Какое сегодня число? А? Так. Число сегодня какое? 23. Ну ладно, я там 20-е поставил, но это не важно. Это тетя Галина деньги, поняла? Это твой... Она вещь, она... Так, вот я тебе отдаю вот за ту книжечку, давай прямо, чтобы нам не запутаться, чтобы ты знала. Вот это вот за эту книжечку, поняла? Так, ну а теперь давай на твой так, взгляд, а потом у дедушки спросим, у Валерия Константиновича, какую мне из них? Вот из этих. Она знает, она знает. Вы тоже начинаете такое, так что, как дедушка сказал, это который уже больше знает всего. Так что из этих вот такую вот только книжку. Из этого, да? То есть она в записках, как дедушка говорит. Так, да? Давай я автограф, где этот? Сейчас мы дадим. Нет, я про вторую брошюру. Я вот. Это тоже для ваша. Ну, нет, автограф. Автограф, да. Уже дедушка сделал, что ли? Нет, давай, я и жду. Вот на эту пусть сделает. Вот, и на эту. Это тоже очень хорошая книжка. Если вам, вы захотите, ну, не будет возможности приехать и взять новую, то читайте ее еще раз, и потому что повторение – мать учения. Понятно. И вы сможете еще больше узнать. Угу. Так, это для уже начинающих, да, так? Да. Как я поняла, да? Да.
Так, здесь надо уже авторство. Говорите, фамилия, имя, отчество. Валецкая Екатерина Сергеевна. Громче, Валецкая. Валецкая, цапля, Валецкая. Сейчас я... Пусть люди заметят. Помни мои украинки, как у вас. Да, здорово. Здорово, здорово, сейчас я... Что-то видно, что не будет. Моя девичья фамилия. Так. Это Валецкий. Валец. Валецкая. Вале. Ц. Кая. Ага, ЕС. Екатерина Сергеевна. Ага. Вот это ваша книжка, берите. Так. Вот все. Все уже забрали книжку. Угу. Вот ваша книжка. Так, вот эту я тоже забираю. Угу. Две одинаковые. Так вам уже эту. Вот, а, она из этой стопки. Все поняла. Да. Скажи, сколько стоит вторая? Сколько? У нее ее с этих денег, с каждой экземпляр, это здесь она получит по 100 рублей с каждого. Это ее доля, потому что это такой очаровательный чек, попробуем отказать. Да она знает уже. Вот да еще и знает все. Так, значит, вот эти. Так, теперь... Руки тоже не отмываются. Что давайте. Еще тут у нас? Вот это. Вот это что? Это уже не для начинающих. Это для продолжающих. Да, продолжающих, которые уже прочитали эту сначала, эту и эту, и потом вы начинаете... То есть мне прочитать эту чуть позже, да? Да, а начать вот с какой из них? Ну, раз купили саженцы, то с этой. В рашульке, да? Потом вот эту, а потом эту читать, да? Да, потому что когда вы уже поймете, чего здесь, ну, то, что вы прочитали, вы должны будете переходить... Да. Вот давай сюда покажем обложку. Смотри, какие темы. Мы же показываем не только вам, но всем. Как создавался лучший северный сад. Это надо просто знать и копировать. Обрезка спасающая, губительная. Тайны дерева на фотографиях. Вот. Ну а последнее вас уже не касается. Выбираем здоровый саженец на рынке. Так, все, давайте. Сейчас поднимается ураган, надо заканчивать. Вот эту еще, Валерий Константинович, да, подпишите. Да. Так, ну все, я тогда показываю всем, пусть завидуют, и да, прекращаю съемку. Да. Вот тебе еще,